Зі святом, я знаю, в тебе зірковий співвідучий, тож даю тобі слово, аби його представити. Дякую, Олександро. Тож так, сьогодні неймовірний марафон, безпрецедентний. Хочу перейти на російську мову. Я думаю, що не проти будуть ані глядачі, ані гості нашої сьогоднішньої студії. Я хочу представити зв'язного, соведущего сьогоднішнього, нинішнього часу. Це Олег Філімонов. Здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте, офіційно вже. Да, вже ми офіційно поздоровались. Здравствуйте. Друзья, вы знаете, мне бы хотелось, перед тем, как мы перейдем, собственно, к марафону, от всей души поздравить одесситов с праздником, с днем рождения. Знаете, день рождения — это очень такой серьезный праздник. Одесса стала на год старше, но она молодая. Одесса очень красивая. Одесса очень теплая. Вы можете ощущать по атмосфере, как говорится, за бортом. Сегодня плюс 32 было, когда я ехал в студию. В Одессе вкусно. В Одессе весело. Одесса – замечательный город. И очень бы хотелось, чтобы одесситы с каждым днем жили все лучше и лучше. Вот. Поэтому давайте вместе будем это делать. С праздником! Поздравляю Одессу с днем рождения! Присоединяюсь. Дорогая Одесса, дорогие одесситы, с днем рождения нашего города. Сегодня мы будем говорить о бренде, мы будем пытать наших гостей мягко, нежно, как делает это наш город с гостями нашего города. Но сегодня, кстати, у нас гости одесситы. Будем говорить о бренде. Бренд Одессы. Что это такое? Каким он был, когда он начал формироваться и как он трансформировался с годами. Поговорить об этом к нам сегодня пришли Оксана Довгополова, доктор философских наук, и Яков Гоп, актер. Еще раз здравствуйте. Добрый. Спасибо, что вы пришли. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам в любой момент. Мы вас включим в эфир. Мы дадим вам возможность поздравить наш город и соотечественников. Мы дадим вам возможность высказать ваше мнение по поводу того, как проходит сегодня праздник в Одессе. Возможно, вы уже приняли участие в каком-нибудь мероприятии, или же, напротив, отказались от этого. Мы хотим услышать ваше мнение о том, каким вы видите бренд нашего города. И поэтому мы вас спрашиваем о следующем. Нравится вам современный бренд Одессы? Да, он актуален? Нет, пора современнивать. Ну вот, знаете, вопрос задала и думаю, что же такое бренд? Может, мы как-то сузим само понятие? Оля, вы знаете, я думаю, что здесь необходимо разобраться, во-первых, в терминах. Да? Я как в прошлом человек, который имел отношение к науке. Вот сегодня не очень хочу рассказывать анекдоты или шутить, а хотел бы серьезно подойти к этой теме. Что такое одесская легенда? Что такое миф одесский? И из чего он появился? Вот у меня такое впечатление, что он как бы на трех слонах стоит. Прежде всего, это экономическая свобода. В свое время, когда Одесса образовывалась, этому региону дали экономическую свободу, которая называлась Порто-Франко. И сюда ринулись люди. Вы знаете, где свободнее, это сразу притягивает. Сюда все поехали и побежали. Поехали негоцианты, да, торговцы. Прежде всего. Потом поехали ремесленники, потом поехали ученые, поехали писатели, поехали художники, архитекторы, предприимчивые люди со всех стран, со всех концов мира. Это была экономическая предпосылка. Вторая предпосылка — это натурализация, которую позволяла вот Одесса совершить. То есть отмена черта оседлости в то время для Российской империи — это вообще нечто невообразимое, представляете? Поэтому в Одессу двинулось огромное количество евреев, которые были за чертой оседлости, им позволялось здесь жить и работать. Сюда устремились греки, у которых проблемы были с греческой властью, и в Одессе появилось знаменитое общество, да, Филики и Терия. Вот, революционеры греческие. В Одессу устремились итальянцы. В Одессу устремились немцы, швейцарцы. Французы, французы. Да, французы. Ну, французы, конечно, я итальянцы. Же совершенно. Итальянцы, французы, да. Так построили этот да, город. Построили этот город. Совершенно. Европейцы. Вот. И сейчас я говорю о третьей составляющей. В Одессе был очень правильный маркетинг. Что это такое, да? Реклама.
В Одессе построили оперный театр. Практически на пособие. Еще Одессы не было. А оперный театр уже городской был. Городской он тогда был. Да, да, совершенно верно. И построили Потемкинскую лестницу. И люди, приезжающие... Приморская лестница. Да, да, она называлась Приморская. Правильно. Люди, приезжающие в Одессу, смотрели на эту красоту и говорили: «Боже мой, неужели это... А что это Одесса?» И Одесса стала знаменитой буквально за десятилетие. Ну, буквально... Ну, конечно же, это было чудо Восточной Европы. А потом, в общем-то, наверное, чудо во всем мире, потому что такого города больше нигде не было. Не было. Такого и европейского вот... города нигде не было. Именно совершенно верно. Именно по-настоящему европейский. Вот мне кажется, что этот миф одесский, собственно, и произошел вот на этих трех китах. И хочу вот для дискуссии забросить один такой момент. Вот одесский миф, он формировался в очень большой степени в Одесском дворе. Я жил в Одесском дворе, на Молдаванке, на улице Косвина, и я могу очень долго говорить об Одесском дворе. Но что это давало? В Одессе, во дворе жили представители разных национальностей. Например, в моем дворе жили украинцы, жили русские, естественно, много евреев, молдаване, жил один грек, жили ромы. По-моему... Еще. Наверное, я кого-то пропустил, кто-то еще. В общем, представители 6-7, может быть, 8 национальностей. Социально это были разные люди. Были торговцы, были люди с привоза, торговки рыбой. Вот. Во дворе жил один адвокат. Во дворе жил человек по ремонту примусов, кирогазов и прочей этой истории. Маляры. В общем... Жили люди различных социальной сферы, и поэтому ребенок, который рождался в таком дворе, он сразу приобретал навык коммуникации. Вот ему нужно было общаться с людьми. Во-первых, он впитывал огромное количество информации. В этом дворе формировалась одесская кухня. Потому что евреи готовили одно, молдаване другое, ромы третье, русские четвертое. И формировалась вот эта вот удивительная одесская кухня. Формировался удивительный одесский язык и одесский говор. То есть вот я хотел с вами поговорить про это, вот про единицу «Одесский двор», про миф, конечно же, одесский. Оксана, я знаю, что у вас есть любимые дворы в центре Одессы. Ну, конечно, есть любимые дворы. У нас у всех, кто живет, да, в Одессе, да, есть любимые дворы, их особенно много. Особенно те дворы, где мы родились. Понимаете, вот это самый любимый двор, наверное, у меня на Малоарнаутской, дом номер 5. Вот это мой любимый двор, куда я иногда захаживаю. Кстати, ничего не изменилось. С тех времен просто ничего не изменилось. Наверное, это свой самый родной двор, он всегда самый любимый. Да. Мне не повезло, я в Одессе не родилась, я понаехавшая. Но, тем не менее, у меня есть, конечно, любимые одесские дворы, и для мифа Одессы двор это очень много, и многие именно так его и воспринимают. Одесса — это двор, это, который перетекает плавно в коммунальную квартиру, в коммунальную кухню и так далее. Но мне бы хотелось, может быть, сделать еще акцент на улицах. Потому что, ну, если там говорить условно, раскидывать мифы Одесса-Бабеля, как с Молдаванским двором, и Одесса-Жаботинского. Жаботинский — это все-таки улица Дерибасовская, царица всех улиц. И вот вы сказали, что оперный театр был первым, одним из первых зданий в Одессе, да, и вот этот вариант мифа перекидывает на совсем другую сторону, которую мы, к сожалению, мало видим сейчас. И это миф Дерибасовской, это миф улиц, это миф оперного театра. То есть, кто помнит начало романа «Пятеро» Жаботинского с потрясающей сценой в театре. Вот это тоже Одесса. И мне очень жаль, что вот этот фрагмент мифа Одессы, да, причем миф, возможно, я, может быть, сделаю на этом такую галочку, что миф — это не выдумка. То есть миф — это то, что создает нашу идентичность, то, что дает нам возможность чувствовать себя
себя частью вот какого-то пространства. Это абсолютная правда. То есть мифы могут быть абсолютной правдой. Миф города — это правда, это не выдумки. Но могут быть и неправдой. Могут быть и неправдой. Подключаем к нашему разговору еще одну звезду. Руслана Писанка, актриса и телеведущая, с нами на связи. Руслана, здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились. Я точно уверена, что вы хотите поздравить Одессу с днем рождения. Руся, привет. Руся. Привет, привет всем. Привет, Одесса. Поздравляю с днем рождения. Живи, процветай много-много лет и радуй нас своим настроением. Дари тепло, дари радость и... Самое главное – это приветливые улыбки одесситов. Это очень важно. Приветствую всех, кто в студии. Олег, ты здесь? Олег здесь, да. Да, да. Да. Что он, видимо, меня не слышит, но не страшно. С днем рождения, дорогая Одесса! Могу еще раз поздравить тебя, дорогая? Да. Как поживаете, одесситы? Как поживаете, как празднуете? Что едите, что пьете? Все подряд. Ну, Руся, ты же знаешь, мы пьем все, что течет, потому что если бы оно было твердое, мы бы его грызли. Только не в студии. А. Не сейчас. Да, да. Нет, ну, в студии. Ну, мы тоже сегодня поднимем кое-что, кое-какие напитки поднимем за здравие Одессы, одесситов. Вот, потому что это один из моих любимых городов, ну, после Киева. Киев мой родной город, Одесса – это мой тоже уже родной город, потому что там я нашла настоящих друзей, я встретила своих творческих собратьев, сосестер, и мне кажется, что уже очень много лет мы вместе создаем спектакли, играем, и многие люди приходят по 7 раз на наши спектакли, и каждый раз мы спрашиваем, а почему вы приходите, ведь вы уже видели этот спектакль, а люди говорят, а вы каждый раз играете по-другому. Это Одесса дает такое настроение. Вот. Так что мы сегодня поднимем бокалы за Одессу. Руслана, а есть ли в вашей истории творческой или, может быть, личной история, связанная с Одессой? Забавная, веселая или запомнившаяся чем-то другим? Ну, мне приходит в голову история, когда мы репетировали спектакль «Клетка» с участием Олега Филимонова, Яна Левинзона, моего скромного участия, Алексея Гапьяна, и... Господи, боже мой, Вениамина Борисовича Смехова, мы репетировали, работали над ним, естественно, находясь в Одессе. И вот однажды вечером я поздно-поздно возвращалась, на часов 11 или 11:30 возвращалась из студии музыкальной, где мы писали со звукорежиссером звук. И я, конечно же, не очень хорошо знаю Одессу, а я была за рулем и пользовалась навигатором. И вдруг в этот момент позвонил мне мой муж. Я, конечно же, начала с ним разговаривать, но при этом ехала сама не знаю куда. То есть, естественно, я за навигатором не следила. И выглядело это все со стороны, в общем, таким образом, что машина из правого ряда переезжает в крайний левый, из левого в крайний правый, потом как-то поворачивает странно, потом слово разворачивается. То есть со стороны можно было подумать, что что-то не так с водителем. Но, видимо, проезжающая мимо полиция так и подумала. Меня остановили. Я говорю, ой, Игорь, кажется, меня сейчас оштрафуют за то, что я говорила по телефону. Нет, у них были намерения оштрафовать водителя за то, что он в нетрезвом состоянии. Вот. Но когда я вышла, они говорят, выйдите, пожалуйста, из машины. Я вышла. Они меня узнали, стали фотографироваться. Говорю, ребята, я с репетиции, с записи звука. У нас мы репетируем спектакль новый. Я не в форме, чтобы фотографироваться. Они говорят, нет, мы вас очень любим, особенно наши папы и мамы. Я говорю, хорошо. Но я села в машину, они говорят, а где вы живете? Я назвала адрес гостиницы. И они меня с мигалками...
с мигалками сопроводили к гостинице, чтобы я не заблудилась. Так что я подумала, а я говорю, ребята, а вы одессит? Они говорят, да. И очень было приятно, что в одесской полиции служат одесситы, и вот так себя как-то по-джентльменски спокойно, благородно ведут. И я приехала такая воодушевленная, утром встала и была премьера. Поэтому все случилось, все хорошо. А вообще там истории, в Одессе происходило очень много историй, и я уже даже начала привыкать к этому ритму Одессы, потому что в Киеве все куда-то бегут, летят, мчатся эти пробки, все пытаются обогнать друг друга. В Одессе никто никуда не торопится, ни на дорогах, ни на репетициях. И я помню, и Олег не даст мне соврать, что когда мы начинали репетировать наш первый спектакль «Поезд Одесса-мама», то я никак не могла войти в этот одесский ритм, потому что никто не торопился, а у меня внутреннее было состояние бежать, репетировать, как можно больше успеть. Вот. Ну, через некоторое время я тоже погасила свой пыл и вошла в такой в резонанс с нашими одесситами, и у нас получился великолепный спектакль. Руслана, приезжайте снова к нам, жить, я имею в виду, снова окунуться в этот прекрасный, комфортный, уютный ритм. О, а кстати, у меня есть мечта купить квартиру в Одессе. Вот, я тебя ловлю на слове, Руся. Я смогу почаще приезжать, потому что у вас очень дорогие, хорошие гостиницы. Спасибо вам огромное, что вы нашли время. Мы не так много зарабатываем. Но это все шутки, конечно. Я Одессу обожаю. Просто по ней гулять. Еда, море, запахи, люди, кошки. Вот. Ну, конечно же, встреча тема, с друзьями. Я, честно говоря, уже соскучилась по своим одесситам. Мы давненько уже не встречались на подмостках театральных. Но и не знаю, когда еще это произойдет. Позволит ли судьба нам вместе с Олегом Филимоновым, с Виктором Андриенко выступать на одной сцене с Анечкой Ткач. Руся, спасибо тебе. С нашими всеми друзьями, с Яном Левинзоном. Счастливо. Спасибо вам Пока. Огромное за включение. Руслана Писанко, актриса, телеведущая, была с нами на связи из столицы. Ну, быть будущим спектаклем? Или все-таки пока коронавирус не убьем, нет у нас таких шансов? Ну, шансы есть, конечно. Убить коронавирус. Да, в первую очередь. Это в первую очередь. Дальше уже пойдет. Да, я хотел, возвращаемся, чтобы возвращаемся к легендам и мифам. Да, да. Вот то, о чем вы говорили. Миф рождает идентичность, позволяет нам самоидентифицироваться в некотором пространстве. Вот на этом мы остановились. Да, то есть есть вещи, которые заставляют нас чувствовать себя здесь дома. Так. Да, эти вещи не обязательно вот можно пощупать здесь и сейчас. Зачастую это вещи из прошлого. И мы с ними прекрасно живем, и мы прекрасно чувствуем их частью себя. Да? То есть вот для Одессы это очень естественно. Но, кстати, один из таких вот основных моментов одесского мифа – это фраза «Одесса уже не та». Одесса уже не та, вот сколько мне лет, только это и продолжается, понимаете? А Одесса та или не та все-таки? Давайте определимся. Это же прямой простой вопрос, казалось бы. Она та. Одесса уже не та, это я слышал и в 60-е, и в 70-е, я все время это слышал. Да, совершенно верно. Вы знаете, вот вы начали говорить о Дерибасовской. Ну, на самом деле, вот Яша меня поправит, потому что... Он очень много лет занимался этой проблематикой на телевидении тоже, да, Яш, ты вел передачу специальную об Одессе, о сохранении памятников Одесской культурного наследия. Вы знаете, что меня потрясает? Дерибасовская, ну, в общем, пуп мира, да, центр вселенной, ну, по крайней мере, для нас, для одесситов, для людей, которые здесь выросли, которые здесь, ну, всю жизнь живут, находятся. Ну, когда-то ходили на выход,
Да. На выход шли. Надевали красивый костюм, надевали хорошую рубашку, галстук. Костюм и выход. Макинтош, понимаешь? Костюм. И шли на Дерибасовскую гулять с женой или с девушкой. Заходили, там кафе было, помнишь, мороженое кафе. Было. Да. Вот. Значит, то, что сейчас происходит с этой улицей, вот для меня это какой-то абсолютный нонсенс. Это ужас. Ну, вот, как можно было сделать там, ну, какое-то торговое, я не знаю даже, что это? А, это базарчик? Очень, да, это непонятно. Что это? Это непонятно. Это продажа сувениров, хаотичная торговля, которая никакому вообще смыслу она не подбирает. Я не могу понять вообще, и что сделали там животные, тут лошадки какие-то ходят, извините, наделывают там. Это ужасно, Яков, понимаете? Мы часто сравниваем Одессу со Львовом, и в этом моменте, кстати, торговых точек тоже. А у нас сейчас на связи, вот прямо сейчас, мэр Львова Андрей Садовой, он жаждет поздравить наш город. Андрей, здравствуйте! Вы в прямом эфире 7 канала. Вы будете говорить поздравления. Выскажите свои поздравления. Одесситам вас сейчас слышат тысячи наших телезрителей. Ну, знаете, Одеса – це є таке місто, яке або любиш на все життя, або не знаю, що це за людина. Я з дитинства люблю Одесу. Я пригадую, коли ще був маленьким хлопчиком, ми часто відпочивали на морі, знаєте, і я з нетерпінням чекав, коли ми приїдемо в Одесу і відкрию вам маленьку таємницю. Я любив збирати такі маленькі модельки машинок. І я, знаєте, кожного разу, коли їхав в Одесу, я знав, що десь там на привозі чи десь можна буде купити. І це був такий, знаєте, трепет, така велика надія. І оця надія, вона завжди є зі мною, коли я їду в Одесу, тому що я щось хочу там побачити, почути, смачного з'їсти. Тому для мене це Україна, для мене це любов, для мене це все. Тому я при кожній можливості їду в Одесу, навіть просто прогулятися вашими вуличками, тому що ви прекрасні. Я вітаю всіх одеситів з днем народження, бажаю багато любові, радості. Львів любить Одесу. Дякую вам. Ну, навзаєм, Андрій Івановичу, Одеса любить Львів, але підкажіть, от ми в Одесі часто хочемо рівнятися на Львів, а ви у Львові порівнюєте себе з Одесою? Знаєте, це як красива дівчина, симпатична і красивий хлопець. Вони просто повинні бути разом. Тобто ви досконалі, ми досконалі. Звичайно, десь там щось треба покращувати, але... Знаєте, від природи ці два міста мають ауру, мають атмосферу. Тому насправді, якщо ти любиш Україну, ти маєш пожити трошки в Одесі, трошки у Львові, і тоді можна сказати, окей, я знаю цю прекрасну країну. Ну що ж, Андрій Іванович, Львів папа, так виходить? Одеса мама. Львов папа. Олеже, є що спитати у Андрія Івановича? Андрій Іванович, вот я бывал во Львове достаточно часто, и меня потрясло, вот, что в центре города, ну, сохранилась абсолютная аутентичность того Львова, который был когда-то. Практически нет кричащих вывесок, практически нет рекламы наружной, такой явной, бросающейся в глаза. Как вы этого добились? Что вы сделали? Це титанічна праця, особистий приклад. І я пригадую, коли я почав працювати мером, то це під персональною опікою, і ми це все приводили до пуття, встановлювали стандарти. Тепер це все прописано, є чіткий брендбук міста, де прописано, як має виглядати вивіска, як які назви. Ну і кожного року ми витрачаємо кошти на реставрацію історичної спадщини. Це дуже дорого, тому що деколи відреставрувати є в три рази дорожче, ніж збудувати новий будинок. Ну, але розумієте, це ж діамант. Це діамант, який блистить і буде годувати наступні покоління сотні років. Тому, якщо Одеса зможе відреставрувати свій центр, розумієте, вернути оцю автентичність, маючи море, маючи порт, слухайте, ви просто будете зіркою на цьому небосхилі кращих міст світу. Тому ще раз наголошую, готові ділитися досвідом, знаннями, навіть людей, якщо треба відправити, що вони там, якщо є потреба, допомогли щось організувати, тому що
ми насправді є, знаєте, такі два опорні пункти в нашій державі – Львів і Одеса. Тобто не можна жити без моря і не можна жити без Карпат. Тому зимою всі в Карпати, а літом всі в Одесі. Дякую, Андрій Івановичу. Андрій Садовий, міський голова Львова. Оксана, я знаю, що у вас був когда-то проект научний в связи Львова з Одесою, но в такому культурному пространстві. Тогда все вийшло? Ну, у нас скорее была презентация нашей идеи, да, то есть проект, который мы делали в Одессе, проект по условно примирению памяти, которые у нас здесь не всегда мирятся. И мы пытались представить такую визию нашей истории, которая бы доращивала смыслы, а не сталкивала их. И вот во Львове мы это очень плодотворно обсуждали, и это был именно тот город, где нас поняли, приняли и где работают, в принципе, те же самые смыслы многослойности истории, которые есть у нас. Был тоже, в принципе, процесс связи с Львовом, и в том числе администрацией мэрии Львова, когда я был ведущим программы «Мой дом Одесса», где мы поднимали тему, большую, больную тему сохранения культурного наследия, соответственно, нас интересовал опыт того, что делается, допустим, в том же самом городе с тоже таким гордым именем Львов. И вы знаете, то, что они делают для сохранения своего культурного наследия, нас настолько потрясло, и почему раньше никто с ними не каким-то образом разговаривал на эту тему, каким-то образом прислушивался к тому, что они говорят, нас просто потрясло. Почему? Потому что каждый жилец в доме, который живет во Львове, он имеет свою квартиру и так далее, несет полную ответственность за сохранение культурного наследия того дома, в котором он проживает. Он не имеет права закрыть балкон, но например. Это ментальная особенность, правда? Нет. Они просто вот живут этим городом. То есть они понимают, но что... Но это у них в головах. У каждого львовянина отдельно. Это ментально. Чего нет у одесситов. Одесситам тоже нельзя делать. А потому что никогда вот не все. Ставили перед собой задачи, когда вот человек вселяется, допустим, в квартиру, дом, который является памятником архитектуры, что он должен сохранять. Они переделывают внутренние помещения, они делают все для того, чтобы, конечно же, сделать это жилье себе уютным и достойным для проживания. Потому что сохранить, допустим, понятие уюта и комфорта в современных условиях не совпадает с теми понятиями, когда строились эти дома. Конечно, соответственно, они пытаются это улучшить, тем самым нарушая традиции градостроения тех времен. И это тоже касается мифа Одессы. То есть это все вот в этом вот ракурсе идет. Она все вместе и так. В связи с тем, что мы пытаемся изменить то, что было сделано в Одессе в те времена, соответственно, это меняет отношение к городу непосредственно. Это меняет отношение к понятию. Это и на эти легенды, которые создавались в те времена, то есть связаны с определенным периодом жизни истории, нашего города, истории нашего города. Вот. И мы, допустим, помним сам, там, с Олегом Николаевичем, допустим, то, что происходило в 70-е годы. Те, которые жили в 70-е годы, они помнят то, что было там до этого. Я вспоминаю одну историю очень, я уже рассказывал, Олег Николаевич, наверное, помнит. У меня была в коммунальной квартире, где я родился, вырос и жил до 12 лет, это Малая Арнаутская, дом номер 5, это Воровского бывшая, Рахиль Осиповна. Она жила со своей сестрой. Она мне говорила, значит, Янечка, ты хочешь знать, сколько стоило, допустим, там сходить в какой-то там кабачок и простому студенту покушать в 14-м году, покушать? Она говорила, значит, это стоило следует. Я приходила туда, значит, тарелка борща, значит, второе, значит, вот такой вот масел с картошечкой и стаканчик. Я студентка была. Стоило 5 копеек. То есть за 5 копеек царских вот этих всех, этих в 14-м году, стоило вот этот вот наоборот, она уходила, и потом она говорит, я потом неделю не кушала. Потому что, вот. Но, соответственно, вот, вы понимаете? И вот это все было вот в этих всех дворах. То есть у них свои были легенды, понимаете?
Сегодня мы живем теми легендами. У нас, допустим, поколение, которое мы своими жили. Сегодня легенды придумывают те люди и думают о том, что было там в 80-е, 70-е годы, которые мы прекрасно знаем, что там было. И каждый год, каждое поколение обретает свои легенды по поводу Одессы. Но это не говорит о том, что они не гордятся этим городом. Они хотят сохранить эту любовь к этому городу. Угу. С помощью своих, так сказать, легенд, которые там рассказывают их родители, бабушки, дедушки, понимаете, и так далее. А так это уже появляется Одесса уже не та. Вот откуда это? Так, вот, Одесса уже не та. Да, это было говорено. Одесса та, когда она постоянно меняется. И молодежь если она была застряла, не та, и слушала другую музыку, и слушали, и ходили на другие спектакли, и другие артисты были, и там и другие приезжали. А помнишь, как это все стало какими-то определенными легендами. Я честно признаюсь, меня в последнее время очень стало раздражать, когда подчеркивают свою, так сказать, свое поколение какой-то Одессы. Одесскость. Да, вот. Я пока там в 28-м, 20-31-м поколении одесситы, мои, значит, предки строили этот город и так далее и тому подобное. Я говорю, ребята, извините, вы сейчас вот не перевариваете понаехавших, да? Вот говорите, понаехавшие. Ну, так, честно сразу признал. Да, значит, да. Меня даже отфрендили однажды в Фейсбуке. Да, вы понаехали. Я говорю, ребята, давайте зададимся маленьким вопросом. А кто строил этот город? А не понаехавшие ли это город? Что, турки, которые жили там в Хаджибее, понимаете, строили этот город? Строили этот город тоже понаехавшие. Они этот город делали комфортным. Они делали это все для себя. А это что, Ришелье, Дерибас, Лонжерон? Это не понаехавшие, простите меня? Это понаехавшие? Да. Первое. Строительство начали черноморское казачество. 800 человек черноморских казаков начинали строить этот порт. Лонжерон, он, значит, делал порт, сказала Екатерина, стройте порт и так далее. Она ни слова не говорила про город. Она в своем респект. Она говорила, строим порт. Она ни слова не говорила про город. Город строили, начали строить. И опять же, эти же понаехавшие начали строить турфпорт. То же самое Лонжерон. Под его руководством начали. Так что давайте вот, мне жутко, как одесситу, черт знает в каком поколении, опять же. Вот, меня раздражает, что этот город не должен быть, этот город должен быть. Это как вот Соединенные Штаты Америки. Это мигрантская страна, да? Мы с Олегом сегодня сравнивали Одессу именно с... Да, так они там же тоже эту Америку делали-то иммигранты, люди, которые туда приезжали осваивать. Яков, тогда земли. Такой вопрос с подвохом. А тогда кто такой настоящий одессит? Понимаете, настоящий одессит, который, мне кажется, что все-таки это человек, который живет этим городом. Он делает все для того, чтобы этот город развивался. О. Чтобы этот город был по-настоящему оценен в дальнейшем нашими предками. Чтобы этому городу всегда радовались. Чтобы он был гостеприимный. Вот ты вложил свою, допустим, там какую-то элементарную свою лепту в этот город. Черт с ним. Пошел там, я не знаю, улицу подмел там, я не знаю, помог кому-то, какому-то старику или что-то. Ты уже вносишь, значит, уже вносишь какую-то лепту. Сделал это. Пожалуйста, не приноси вреда этому городу, и ты будешь уже одессит. Как гений. Минимум, да? Он гений. Как минимум. Вот это про не приноси вреда этому городу. И ты уже все, ты уже все. Вот прежде всего, понимаете, я считаю, что любовь. Вот если ты любишь место, в котором ты живешь, безусловно. В котором ты находишься, если вот вокруг тебя все нормально, ты создаешь вот эту нормальность, ты создаешь норму, а норма — это комфортная жизнь. Норма — это нормальные улицы освещенные. Норма — это хорошие межквартальные проезды. Норма — это школы, которых достаточно в городе на всех детей. Это детские садики. Ох, детские садики, которых достаточно для всех детей. Нормальный транспорт, когда не нужно душить друг друга буквально чуть ли не за горло для того, чтобы доехать куда-то. Вот это все. Это город, в котором есть где работать людям. Город, у которого есть перспективы. Есть перспективы. Потому что что на сегодняшний день мы видим с городом? Ну куда он движется? Вот как развивается сегодня Одесса? Что в Одессе сегодня хорошего? Ну, я не пойму. Да, есть море. Да.
Конечно. А вот давайте, Олег, спросим по поводу Одессы и ее будущего. У человека, который не живет в Одессе, но родился и прожил много лет, и я думаю, значительно свою судьбу связывает именно с нашим городом. Леонид Барац, актер, основатель театра «Квартет». И, Леонид, здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. Леша, привет! Я вас слышу, Олег. Громче можно как-то? А позволите ли вас тоже называть Леша? Я знаю, что вас только так друзья и родные называют. Ну, вы же одесситы. Да. Называйте меня Леша. Спасибо большое. Леша, ну, во-первых, есть возможность поздравить Одессу с днем рождения. Да. И непременно это сделать. У самих одесситов появилось родиться, то можно родиться не только... Есть много. К сожалению, со связью проблемы. Сейчас наши режиссеры еще раз наберут Леонида Бараца. Очень бы хотелось услышать его поздравления, чтобы он обратился и свою историю тоже рассказал, какую-то забавную, связанную с Одессой. А у Леши есть история. А я уверена. Только съемки фильмов чего стоят в Одессе, которые проходили. И вспоминаем День радио. Я хотела лично сказать Леониду, что радио так точно и так честно, наверное, не показывал, не рассказывал никто на постсоветском пространстве. Но пока режиссеры набирают, давайте продолжим. Мы заговорили о будущем, но я знаю, что следующий час вы, Олег, проведете вот как раз в этих футуристических размышлениях. Нет, мы можем еще вернуться, наверное, все-таки к прошлому Одессы. Просто мне интересно, вот проблема одесских детей. Вот вы сталкивались с проблемой вот образования, дети, что они учат, о чем они говорят? Они знают, что такое одесский бренд? Мечтают. Студенты, например. Ну, конечно, знают. Задаются они вообще этими вопросами? Не обязательно задаваться вопросом, что такое одесский бренд. Надо вырасти в этом и почувствовать этот город, и жить в нем, да. И сейчас я вот позволю себе немножко не согласиться с тем, что в Одессе нет ничего хорошего. Как раз сейчас детям есть куда пойти и в интересном... попасть в интересное пространство, в тех же музеях наших, которые вот в прошлом году осуществили потрясающую совершенно инициативу совместную с картой музейного знавца, когда я видела ребенка в вестибюле музея, который дергал родителей, ну, куда мы дальше пойдем, куда? Куда? Следующий, да, потому что у него перед ним карта, по которой он может идти. И когда появляются такие вещи, для меня это очень важно, потому что, возможно, что один из элементов мифа Одессы — это то, что одесситы готовы делать что-то сами. Они готовы делать мир лучше. Да, у нас падают дома, увы. У нас в Одессе много ужасного. У нас ужасная Аркадия, которая просто ужасает. У нас падают дома и так далее, да. Но у нас есть проект «Тысяча дверей Одессы», у нас есть карта музейного знавца, у нас есть музей кирпича Александра Соломоновича Фридмана Прекрасного, у которого сегодня день рождения, с днем рождения, Соломонович, да. Причем круглая дата. Поздравляем. Поздравляем, да. То есть человек вокруг день себя... Одессы. Да, и причем первый раз он меня пригласил к себе и сказал, у нас традиция праздновать день рождения Одессы, и я не сразу поняла вообще, в чем замес, почему все эти люди собрались, почему 50 человек во дворе, и все почему-то произносят тосты в честь Александра Соломоновича, а потом оказалось, что... символ двора. Вот живы все эти дворы одесские, да? Да, например, не заставала последние лет 15, наверное, вот праздников во дворе массовых. Я заставала, и Одесса единственный город, в котором у меня было несколько случаев, когда я заходила во двор, на меня смотрели и говорили, вы к такому-то туда.
меня впервые видели, я впервые сюда заходила, и это факт, да, то есть только в Одессе со мной такое случалось. То есть человека считывают просто... Рентген. Я хочу для зрителей указать, что сейчас в «Демерке» готовится моя коллега Анна Полякова. Через некоторое время она займет это место в студии, подвинет меня, Олег, от вас, и войдет в пару. Обидно, да. Будете говорить, как я уже анонсировала, про будущий бренд «Одесса». По поводу дворов. Знаете, я вот выбирала перед эфиром символы. Ассоциации, есть такая игра, да? Вот быстро называйте, что у вас связано с Одессой. Давайте вот попробуем поиграть. Мы сказали дворы, порт. Ну, давайте поиграем. Вот быстро 5-7 слов, которые связаны с Одессой. Оксана. Егоров. Что-что? Это игры разума? Нет, картина. Знаете, вот мы затронули тему дворов, и я бы хотел бы сказать по поводу, чем отличается одесситы, я не знаю, может быть, если у меня есть время, чем одесситы вот нашего поколения, допустим, с Олегом Николаевичем, да, и моего поколения, и нашего поколения, в общем, отличаются те одесситы вот от сегодняшних, особенно те, которые проживают сейчас на Молдаванке и так далее. Вы знаете, раньше были одесситы намного открытия. И мне кажется, что у них была какая-то вот такая доброта, какая-то открытость. Все время они пытались накормить людей. Все время открыто к ним относились, к гостям, гостеприимство. Сегодня, к сожалению, как-то это все совершенно приобрело какие-то другие черты, какие-то совершенно... Вот теперь по Молдаванке вы не зайдете просто во двор, потому что там стоят кодовые замки, понимаете? Она как-то вот начинает как-то, не знаю, группироваться, она как-то начинает закрываться, но в то же время, вот мы, Одесса, это все, это выше всего. Я бы хотел, чтобы Одесса была более открытая. Я бы хотел, чтобы люди стали намного добрее. Может быть, если город станет безопасным, люди станут более... Возможно. Дворы станут открытыми. Возможно. И такое. Да. Я бы хотел, чтобы... У меня была когда-то очень хорошая идея, это я так считаю, представляю, чтобы в Одессе была... Вот дайте пример другим городам, чтобы в Одессе была экологическая полиция. А знаете, чем бы она занималась? Она бы занималась, чтобы люди не сорили в городе, чтобы улицы вовремя убирались, и за это штрафовали. Я бы хотел, чтобы убирался мусор в этих бесконечных баках и так далее, и вонь это не распространялось по детям. Чтобы Одесса была больше. И чтобы можно лучше. Добавлю пункт в вот этот статут полиции «Экологическое будущее»? Да. Чтобы запретили врезки в море канализация. Этим то есть это должна заниматься какая-то экологическая... Может быть, она была, не называлась бы полиция, но чтобы за этим следили конкретно. И чтобы был закон. И чтобы был закон о культурном наследии в Украине. И чтобы был закон об экологической ответственности, который несет. Это необходимо нашему городу. Считаемся, мы хотим, чтобы город был курортным, чтобы к нам люди приезжали, да, чтобы хотим. Восхищались. То значит, надо сделать конкретные эти все дела. Подсказывают мне, Яков, вынуждена вас прервать, что восстановлена связь с Леонидом Баратцем. Леонид, здравствуйте, вы нас слышите? Слышу. А вы меня? Отлично, и мы вас тоже теперь слышим хорошо. Пожалуйста, поздравьте Одессу с днем рождения. Ну, я не Одессу, а одесситов поздравляю с тем, что они родились в таком городе, которым можно гордиться не только потому, что они здесь родились, но и потому, что здесь много вещей, которыми можно гордиться. Это невероятно красивый, очень открытый, очень теплый город. Город, в котором много всего происходило. Город, в котором целая плеяда литераторов, музыкантов, писателей родилась. Город, в котором люди смотрят друг другу в глаза, что немаловажно. Там на севере, на северах, где я сейчас, часто проходишь мимо и ни одного взгляда на себе не поймаешь, потому что все бегут. А здесь все идут аккуратно, успевая разглядеть прохожего. Что и даже понимаешь? Ты понимаешь, что к любому можно подойти и без здрасти начать душевный разговор. Я поздравляю их именно с этим. Понятно, я слышал ваш разговор о Одессе и о том, что же нужно предпринять. Понятно, что мы, люди за 40, уже начинаем говорить о том, что Одесса уже не та. Конечно, не та. Все меняется, все
как-то в какой-то динамике существует, и вспоминать Одессу 40-летней давности можно с улыбкой и с ностальгией, но Одесса теперь такая, и в ней тоже очень много хорошего. Вот, и для того, чтобы Одесса была жива, нужно в ней правильно хозяйствовать. И я думаю, что все слова, которые вы произносили, правильные. Вы говорили о том, как должно быть, но самое главное, чтобы бюджет, который спускается, как мне кажется, бюджет, который спускается в город, правильно был распределен. Вот это, наверное, самое главное. Леонид, а что такого особенного в одесском мифе или бренде? Мы сегодня говорим и о бренде, и о мифе, что о нашем городе знают во многих точках земли, и город популярен, одесситы популярны. А вот это Бог его знает. Наверное, то, что в этом городе сошлось огромное количество национальностей, и все эти культуры этот город создали. И французы, и голландцы, и русские, и украинцы, и евреи, и греки. И появился какой-то такой вот своя такая замиксованная культура, которая дает вот такие удивительные плоды. Одесса хороша не только своим обликом, но и, самое главное, хороша людьми, которые здесь родились, некоторые здесь живут, некоторые уехали на всю жизнь, как и я, например, остались одесситами. Я считаю себя одесситом, живущим в Москве. Я не москвич, я одессит, живущий в Москве. А море, красивые женщины, привоз, вкусная еда. Вот, наверное, почему-то оно здесь растет. Почва такая, воздух такой. И ко всему этому хочется возвращаться, правда? Ну, я это и делаю все время, возвращаюсь. Я здесь получаю не только удовольствие, но набираю сил здесь. На море, попадаю в какие-то определенные компании, ну и просто ходя по улице. Да. Расскажите какую-нибудь историю особенную, вот чисто одесскую, может быть, веселую, может быть, забавную, что-то, может быть, необычное происходило, что первое приходит в голову? У меня очень много историй про Одессу и связанных с Одессой, но такая из детства моего история, когда к нам приехали гости, мы жили рядом с Олегом на Кирова 114. Это Кирова, угол Треугольный переулок, сейчас это Базарная, угол Утесова. Я, к сожалению, сам себя слышу и сам себе мешаю. Да, так вот, значит, жили мы в Одесском дворе. Я жил с мамой, папой, и бабушкой, и дедушкой. И к нам приехали гости из Новосибирска. Потом оказалось, что они приехали не к нам. Мама думала, что они приехали к папе, это папины родственники. Папа думал, что это мамины родственники. Оказалось, что они перепутали дом, но они уже прожили неделю, стали родными для нас. Потом это все выяснилось, и они из неловкости решили съехать. Мы сказали, да что вы, оставайтесь. Но, тем не менее, им было неловко, и они с утра, уходя на пляж, решили не позавтракать. Они тихонечко пробирались, но были разоблачены моей бабушкой, и я проснулся от скандала. Она кричала, что как же вы можете не позавтракать? Сыр, не так уж я много и прошу, всего лишь сырнички поесть. Не так уж и много я от вас прошу. Это был страшный скандал. А недавно в Одессе история свежая. Я не помню, когда именно поставили памятник Пушкину рядом с домом, где он жил, в Южной ссылке. Ну, наверное, уже 15 как, да? Вот, а тут я, значит, поставил машину, припарковал и иду мимо памятника к Бристолю. А это такая история про то, как я победил Пушкина. А с Пушкиным, значит, фотографируется девушка. Она его приобняла, и ее, значит, парень уже собирается сфотографировать. И она его обнимает. Пушкина, тут прохожу я, и она делает буквально так. Пушкину пальчиком говорит, простите, пожалуйста, и на меня. А можно с вами сфотографироваться? Да, так что она предпочла меня в этом случае, я победил его. Повторяем, что нашему городу нужны новые герои. Мне кажется, мы нашли вас. Ну, я довольно уже потрепанный герой. Я на нового не сойду.
Не скромничайте, да, сойдете. Я... Олег, может быть, у вас есть вопрос? Леша, ну, у меня к тебе вопросы прямые. Когда ты опять приедешь в Одессу? Это такой вопрос. Да. Я думаю, что в январе я вернусь. Вот я сейчас до 5 числа здесь. Вот, надеюсь, что в январе еще раз приеду к родителям погостить. Ну, замечательно. Будем Ой, тебя ждать. А я все время, Олег, знаешь что? Не ты, но, по-моему, Царев пересказывал историю про твоего соседа. Мы ее даже, по-моему, засунули в новую пьесу. Я не знаю, она войдет или не войдет, но, тем не менее, вот эта вот доктрина еврейского человека, твоего соседа напротив, его девиз по жизни. Когда я дружу, я дружу, но когда я не дружу, я не дружу. Да, это гениально. Леша, спасибо, что вы подключились. Спасибо вам огромное. Были рады вас видеть. Будем ждать вас в январе. И, кстати, приглашаю вас в студию 7 канала на интервью, пользуясь такой уникальной возможностью. Спасибо. Леонид Барац, актер, основатель театра «Квартет». И, ну что же, мы так много сегодня говорили о мифе, о бренде, слышали так много классных, веселых историй, и никто не вспоминал грустные. Ну, я, правда, настаивала всех на то, чтобы, может быть, какая-то уникальная, приятная, веселая история. Сегодня не хочется о грустном, правда? Может быть, и вы, гости, по какой-нибудь истории нам расскажете? Ну, давайте я начну. Я начну с анекдота, который я очень-очень сильно люблю. Она так вот, так много говорит о городе. В общем, я меньше слов рассказываю этот анекдот. У одессита спрашивает, а правда ли, что Одесса – это интернациональный город? Я люблю этот анекдот. Он говорит, молодой человек, если бы вы только знали, сколько евреев разных национальностей живет в нашем городе, то вы бы не задавали бы таких глупых вопросов, понимаете? Вот это как бы олицетворяет, дает какое-то понятие о вот таком неповторимости нашего города, о атмосфере нашего города. Ну, всегда добрые, отзывчивые, гостеприимные, да, ругались, да, приезжало много людей, да, эти родственники там, допустим, там атаковали, они приезжали к морю, их расселяли у себя в квартире, перешагивали через них, потому что не пало. А новые с каждым годом находились, да, находились. Да, и каждый раз, ой, скоро лето, сейчас опять они понаедут, ну надо же их принять. Все равно бегали на привоз, таскали продукты и так далее. Я хочу, чтобы эта гостеприимность в этом городе осталась навсегда. И не просто легендой, а было бы вот явью, которая вот сейчас происходила. И каждого гостя надо просто-напросто носить на руках. Почему? Потому что они приносят деньги в этот город, и приносят денежки в этот бюджет. И надо делать все для того, чтобы они вернулись в наш город, а не делать, создавать и создать им условия, чтобы они поняли, что они действительно находятся, ну, я не знаю, на небесах вообще вот этого вот гостеприимства, понимаете? И поэтому я вот за это. И хочу, чтобы город процветал, и в этом направлении был, конечно же, всегда попереть батька в пекло. Вот. До раю. Вот. А, да. До раю, да. До раю. Оксана, да. История и пожелания. Ой, я вот судорожно пыталась сейчас придумать, вспомнить какую-то историю, но их так много, что я не знаю, что рассказывать, правда. И, наверное, я тоже скорее пожелаю нашему городу, чтобы он сохранял вот то, что в нем не меняется, да, вот эту открытость, вот эту какую-то творческую закваску, когда люди готовы сделать что-то удивительное просто на пустом месте. И таких людей у нас много, и, или мне так повезло, да, то есть вот я все время в Одессе встречаю именно таких людей потрясающих. И чтобы таких потрясающих людей было больше, и чтобы, может быть, эти люди перестали упираться в какую-то вот глухую стену, когда мы не можем что-то радикально новое сделать, и чтобы нам в этом городе было хорошо и тепло. То есть вот для меня в Одессе есть несколько мест силы таких, которых, когда я прохожу, мне кажется, что город говорит мне что-то, что-то мне сообщает, да, что-то поддерживает, и когда плохо, то он говорит, а ладно, брось, все нормально, на самом деле,
все не, пройдет. Все не так страшно. Лучший друг. Все не так страшно, да. И как ты чувствуешь себя? Вот, чтобы продолжалось вот это ощущение того, что город тебя держит. И я Одессу очень люблю, и хочу любить ее дальше. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сегодня на протяжении нескольких часов, самый длинный марафон на 7 канале, с 7 утра до 20 часов, в этой студии были исключительно люди, которые любят Одессу. У нас с Олегом совпали дефиниции. Я тоже считаю, что настоящий одессит — это человек, который любит Одессу. Уже из этой любви исходят все остальное — действия, мысли и слова. Я с вами не прощаюсь. Этот час заканчиваю, а Олег продолжит с моей коллегой Анной Поляковой и новыми гостями в студии. Они будут говорить о бренде Одесса, но о будущем бренда, каким он должен быть. А буквально через час я вернусь в эту студию тоже уже с новыми гостями, и тема будет совершенно другой. Мы благодарим гостей. Сегодня с нами были Оксана Довгополова, доктор философских наук, и я Ковгоп, актер. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. До свидания, спасибо. Спасибо. Живи, моя Одесса, и процветай. Эфир 7 продолжается, марафон продолжается, не переключайтесь.